В лагере «Улыбка» тема сегодня важная – Великая Отечественная война. Здесь звучат песни военных лет. «Отряд Непоседы» текст Катюши разучивал долго, но композиция все же запомнилась палестинским детям. Кажется, веселым мотивом песни больше всех наслаждается Юмна Абубрек. Это видно потому, как девочка пританцовывает. В лагере дети находятся с 9 утра и до 3 часов дня. Это время у них расписано по минутам, после музыки и рисования. Работы также посвящены теме Великой Отечественной войны. Но маленькие непоседы не забывают о своей родине ни на минуту. Свою любовь они выражают через творчество, рисуют палестинский флаг. Каждый день в лагере тематический. Это сделано для того, чтобы дети не только отдыхали, но и узнавали что-то новое. Накануне прошли спортивные соревнования, сегодня же дети окунаются в историю. А группа «Искрята» показывает свои поделки в виде свечи в знак вечной памяти подвига героев войны. А от воспитателя небольшой экскурс. Началась война 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Священная война. На территории нашей страны со всех уголков миллионы людей вышли на улицу, чтобы услышать. Самые юные отдыхающие в лагере проводят время в игровой. Там в их распоряжении много настольных игр. Все они направлены на развитие памяти и логики. Много времени же дети проводят не только в стенах школы, но и на свежем воздухе. Во дворе есть все виды качелей – подвесные, балансиры, пружины и спортивная площадка, где ребята играют в волейбол. К палестинским детям тут относятся с особой заботой. Они всем очень довольны. Выразить свою благодарность им помогает онлайн-переводчик. Нам очень нравится здесь, в лагере. У меня появились новые друзья. Что тебе больше всего здесь понравилось? Мне очень нравится рисование игры и новые друзья. Свои двери оздоровительный лагерь «Улыбка» при 20-й Назрановской школе открыл с начала июня не только для своих учеников, но и для палестинских детей. Это около 130 ребят. С ними приезжает переводчик. Сегодня же его нет, но это не стало проблемой. Многие знают русский язык на бытовом уровне, другие же справляются при помощи гаджетов. Отдыхать в лагере дети будут до 26 июня. Амина Зязикова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.